Привет, друзья! Вы на канале Код 812. Сегодня 13 июля. В 1829 году газета «Северная пчела» так описывала празднование дня рождения императрицы Александры Федоровны. «Гуляние во всерадостный день рождения Ее Величества Государыни Императрицы сделалось любимым народным праздником публики всех званий здешней столицы. Ни Екатеринговский 1 мая и в Троицын день, и никакие другие гуляния не могут сравниться с нынешним. С самого полудня веселые толпы счастливого, довольного народа тянутся из отдаленнейших частей города на Невские острова, Елагин, Каменный и Крестовский. Хоры музыкантов и песенников, балансеры на канатах, комедианты и фигляры, кукольные комедии попеременно забавляют народную толпу. Многочисленные общества располагаются на кучах скошенного накануне сена. Радостные клики, хохот, песни раздаются со всех сторон. Вся сия разнообразная толпа кажется одним семейством, празднующим день рождения всем равнолюбезной матери. На комендантском театре был поутру спектакль французский, а вечером русский, с балетом. В 11 часов сожжен был на углу Крестовского острова, супротив Елагина и Каменного, прекрасный фейерверк. Вслед за тем засветились иллюминации по всем дачам и по городу. Народные толпы и веселые общества на лодках возвращались в город с громкими песнями. Это было 13 июля 1829 года. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До завтра!